Друзья, значит, господин Мутко в 2018 году или даже раньше обращался к заявочному комитету, по-английски это будет Beating Nation Russia, то есть Россия заявила о том, что планирует участвовать или стать страной-хозяйкой в проведении, значит, чемпионата мира по футболу. А вот что из этого получилось. Господин Мутко обращается к комитету ФИФА. Послушаем. Дио президент Блаттер. Уважаемый президент Блаттер, он говорит вот таким жестким акцентом. Это, конечно, супер. Colleagues of the Executive Committee. Colleagues. Коллеги исполнительного комитета, вот перевожу вам. Let me speak from my heart. Вот эта фраза стала самой такой, наверное, яркой, самой звездной фразой его способностей владения английским языком, когда он выступал здесь, и это стало вот самой такой бомбой вообще в сфере благосферы и в интернете. То, что значит, что let me speak from my from the bottom of my heart, let me speak from the bottom of my heart, что означает, давайте я вам скажу от души, от самого сердца. Поехали дальше. In English. My friends, today is a unique moment. Друзья, сегодня это уникальный момент. In time, both for уникальный момент. В нашу эпоху. My country in for FIFA. Для моей страны. Russia represents its new horizons for FIFA. Russia means a big promotion of our game. Millions of new hearts and minds. Многие миллионы людей приедут в Россию. It also means a great legacy after the World Cup. Great new stadiums and millions of boys and girls embracing a game. Встретятся, и у них будет возможность во все это окунуться и почувствовать. Ну, конечно, вот это вот жесткое рунглишевское произношение, конечно, сводит, конечно, с ума. Да, это, конечно, жестко, понимаете? Russia's economy is large and growing. Вот это вот жесткое R в английском, да. Конечно, он как проехал как поезд по рельсам, да. Russia's economy is... Даже я не могу как-то вот это все сымитировать. Russia's economy is large and growing, да? Вот примерно так сказал, не знаю даже, трудно. Russia's economy is large and growing. Ну, примерно было бы по-американски вот так. Russia's economy is large and growing. The federal government has stable finances. Федеральное правительство, значит, представило новый план. Russia's sports marketing. Российский спортивный маркетинг is developing rapidly. Is developing. Ну, вот такие же величайшие фонетические, мощные фонетические искажения. Developing, что означает, что должно быть developing. Да? Developing. Russia's sports market is developing. Спортивный рынок России развивается, что значит. Russia's sports market is developing. Just one example. Позвольте вам привести один пример, и было сказано example. Должно читаться как A, B, C, D, E. Just one example. Example или example. Может быть, можно произносить так, это нормально. Example, но example как-то вот все-таки искажается сильно. Today Russian companies provided over $1 billion. Сегодня российские компании предоставили или выделили свыше 1 миллиарда долларов. Миллиард будет слово с B, начинается с английского. Вторая буква в английском алфавите начинается с B. Не путать с M, потому что с M начинающийся означает миллионами связано. А B это billion. Billion примерно звучит так. Означает миллиард. In sponsorship for the Sochi Olympic Games. И 1 миллиард долларов спонсорских денег были выделены на Сочинскую Олимпиаду, говорит вот в таком тоне, вот с таким акцентом мощнейшим, искажающим господин Мутко. Imagine.
imagine, ударение. Вообще должно быть imagine. Ну как? Imagine. Да, звучать должно вот так. Imagine. How much investment would be made into football? Лишь представьте, какие инвестиции пойдут в футбол. Give it that football is sport number one. Учитывая выражение, по-английски была третья форма причастных глаголов, неправильных глаголов, given, да? Give, gave, given. Учитывая, given. Our bid is a national priority for the Russian Federation. Значит, наша заявка, наше желание стать страной-хозяйкой проведения чемпионата мира 2018 года является приоритетом всероссийского масштаба. If you give us a chance. Если вы нам дадите такую возможность. FIFA will never regret it. FIFA, 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 ну вообще так и произносят и американцы, и британцы, в общем-то, FIFA, will, французский не помню, не так часто слушаю его, поэтому, ну, или достаточно редко, но не помню, вот, английский вариант был FIFA, will never regret it, FIFA, ну, понимаете, что произношение в английском языке вот должно быть какое-то, вы должны вот проявлять с горла вот какое-то вот такое звучание, чтобы придать вот такое вот, может быть, какой-то вот native, то, что называется, да, вот какой-то такой родной, присущий родной речи. Вот речь состоит из, в основном состоит из звуков, да, помимо графики, помимо письменности, помимо текстов, поэтому она состоит из звуков в основном, то есть у нас идет такое слуховое восприятие. Соответственно, мы должны говорить... ну, примерно попытаться подражать, да? FIFA will never regret it. FIFA никогда в этом не разочаруется. You will be proud of your choice. Вы будете гордиться то, что вы сделали такой выбор. Он обращается, значит, членам федерации, футбольной федерации FIFA. I guarantee. В каких отношениях?